Дамы и господа, позвольте представить боец в синем углу, White Warrior Хвалченко, союз славянских бойцов, Рубоксинг Менеджмент, город Киров. О, кандидат мастера спорта по ММА. Здоровый. Подмигивает. Чемпион турнира Red. Так что опасно, здесь участник любой удар чреват. Может стать да, последним. Последним, да. Вот почему тяжеловесы ценятся. Боец в красном углу октагона. Мастер спорта по панкратиону. Чемпион России. Итак, по город Киров и Тюмень у нас, да? Да. Чемпион Уральского федерального округа по ММА. Нас, напомню, всего на турнире 10 боев. Ну и главный бой вечера. Виталий Нечинов и Тьяго Буда Морейро. Морейро. Это 10-й бой вечера будет. Пока что на данный момент это 7-й бой. Киров против Тюмени, Дмитрий Хвальченко против Ивана Романова. Выходит на первый номер Дмитрий. Что это как? Это никак не расценивается. Никак не расценивается. Никак, никак. Но сейчас кто все-таки доминирует? Дмитрий доминирует, да? Я не сказал бы даже, что... Потому что он спину... Потому что все может быть так. Если в греко-римской борьбе, то это полусуплекс или даже прогибом вот можно сделать здесь. Но они, скорее всего, не с этой оперы. Вот здесь, видите, бросок прогибом хорошо пошел бы. То есть руки он забрал и... Вот видите, вот здесь... А здесь, можно и зацепы сделать. Вот поменялись они. Здесь нужно центр тяжести пониже туда и захватить ноги и перевести в партер. Но опять же руки у него, видите как? Кто-то подлазит, он специально под руку подлазит. Ну, безусловно, да. Гильотина, это вот Шлеменко недавно выиграл, вот именно таким приемом. Что сейчас, кто доминирует? Иван? Нет, здесь нет. Да, равнозначно. Да, здесь они в тупиковой пока. Здесь с одной стороны все, видите, вот подниже чуть, еще пониже присесть надо, чуть-чуть ниже. И все, центр тяжести, видите, поднять его, он тяжелый, поднять. И ноги поближе к корпусу надо подводить, поближе. Вот если он его переведет, тогда, вот, то, значит, заработает балл. Все, это капа выпала. Угу. То есть во время, когда капа выпадает, на время останавливает, да, в том же положении. Да, да. Ну, спортсмены могут этим пользоваться? Могут пользоваться, но они могут предупреждение получить и балл снять могут. Вот видите, вот здесь гильотина идет, вот очень опасно. То есть можно даже заправить ноги, вот прыгнуть просто на него, вот заправить, да? И на себя его, да? Да, и на себя, завалить на себя, и здесь можно задушить. Ну, ничего такого он не делает. Ваня, что делаешь? За руками замок разжимай. Ну хорошо, да. Ну, все, захвата нет. Я не понимаю, я в каком, конечно, стиле. То есть какая у него база такого вида спорта у Дмитрия. Ваня, правой рукой бедро. Есть. Вот видите, сейчас спину должен забрать. Он должен спину. Нет, на сайт контроль он выходит. Вот. Хотя ему ножку прихватило. Вот. Все, здесь не спеша нужно обрабатывать ударами для того, чтобы занять доминирующее положение. Еще раз говорю, сесть в маунт. Вот. Здесь освобождать. Ну, видите, в контроль, сайт-контроль. Да, не торопится он. Вот. Здесь можно и коленем добивать в корпус. В голову запрещен удар. Здесь удушение идет, видите, удушающее. Насколько вот такие удары по корпусу сказываются? Ну, ощутимо. Ощутимо, да? Да. Дыхание сбивается на раз.
Вот видите, вот сайт контроля. Вот видите, смотрите, как опасно. Сейчас удушающий идет. Вот. Сергей, все, сдача. Видите, все. Руку он отдал. Вот. То есть рука ложится именно на артерии. Вот. И здесь секунды. Здесь сила не играет. Красивый, да. Древний вид спорта, да. Смешанный, можно сказать, единоборств, да, по гарантированию. Как, как хочешь. Да. А также еще победитель Кубка в армейском рукопашном бою. То есть комплексно также спортсмены развит. Глава Салихарда и Иван Леонидович. Кананян.